Ладно. Вот каков ты на самом деле. Владелец копья. Ты должен знать. Неважно, сколько ты будешь себе твердить, что ты хочешь спасти людей. Скоро тебя поглотит всепоглощающий мрак. Мрак, что окутает тебя и эту страну. Я обращу весь мир во тьму. Слышь, ты чё там векнул, ублюдина? Неважно. Как ты стараешься. Всегда будут те, кого не спасти. Но даже тогда... Даже тогда не стоит сдаваться. Ушио. Я, конечно, не уверен, что это я делаю не для себя. Но... Если я постараюсь, я все же кого-то спасу. Если я заплачу, я хотел бы плакать вместо других. Этого я желаю. Я готов страдать, сколько потребуется. И подниматься, вставать и сражаться. Ты хочешь сражаться, даже понимая, что уже проиграл? Мы победим! Ты больше никогда не будешь править. Я это знаю. Потому что я не единственный, кто тебе противостоит. Сейчас все мы сражаемся под лучами солнца! Дураки. Что бы вы ни делали... Я все равно сотру вас в порошок. Ну уж нет. Кажется, время пришло. Копье зверя. Еще не время. Я еще не победил Хакумена. Дай мне еще времени. Ушио! Ушио! Черт! Опять ты превращаешься в этого тупого зверя. Эй, ты ведь обещал, что я стану сильнее. Так давай же! Ты уже силен. И это все, что ты можешь мне сказать? Разве ты не понял? Ты особенный. Чего? Ты когда-то был человеком, который владел копьем так же, как и мы. Как тебе в течение этого года удавалось выжить? И не превратиться в камень? И откуда я знаю? Чё ты ко мне прицепился? Несомненно. Ты всей душой ненавидишь Хакумена. Но как тебе удалось избежать печального конца? Азафуза, они приняли форму Хакумена! Люди, которые владели копьем, и за годы преследования Хакумена так ничего и не добились, рано или поздно теряют свои души и превращаются в зверей. Это и случилось с тем мальчиком. А звери потом становятся нами. Азафуза. Несмотря на то, что мы превращаемся в Азафуза, наша ненависть к Хакумену никуда не девается. Так кем же мы станем? Кем мы станем? Мы станем им! Забавно. Подумать только, копье зверя способно делать таких же, как и я. Однако, мне не особо хочется, чтобы у меня появились копии. Ты столкнулся с тем мальчиком. А мы нет. Вот в чем ответ. Да что вы несете? Я просто хочу сожрать этого молокососа. Ты уже перенял у этого мальчика очень много полезных вещей. Вот в чем кроется твоя великая сила. Вот бы нам тоже повезло встретить такого человека, как ты. Азафузе! Вы жалкие подделки! Отправляйтесь в глубины места, которое люди зовут Адом! Мы собственными глазами увидим, как ты сгоришь в этом аду. А потом мы над тобой поржем. Глупые выскочки. Мы должны сделать это. Азафузе! Идиоты. Ушио, ты в порядке? Похоже, копье уже заждалось меня. Отлично. Глупый Азафуза. Я перенял от Ушио много хороших вещей, и поэтому я стал сильнее. Идиоты. Вы, безмозглые идиоты!
Солдаты! Нам остается только удержать Хакумена внутри барьера! Защитите Казучи от Хакуенов! Приказ всем! Прикройте монахов! Сосредоточьте атаки на Хакуенах и Хиё! Папа! По одному, суки, по одному! Братишка, теперь тут безопасно! Бал? Вот она! Это Сая! Юсан, Рейко-сан, мы искали вас! Догадка Рейко оказалась правдой. Тут такой хаос творится. Мы так волновались, что просто не могли не прийти. Спасибо. Но тут очень опасно. Мертвецы появляются один за другим. Ну тогда мы точно по адресу. Позволь нам помочь. Мы ведь вместе расчесывали волосы Аоцики. Они здесь. Это слуги Хакумена. Эти врата имеют огромное значение. За них не жалко и жизнь отдать. Госпожа Мамори. Бесполезно. Как жаль, что я не такая сильная, как Хитоцуки или Какаги. Прости, Сая! Отец! Еще летят. Отец! Папа! Сая! Мне так жаль! И все же, спасибо тебе! Спасибо и от меня! Спасибо! Хакумен! Так значит, ты все-таки боишься копья зверя! Мне уже приходилось против него сражаться. В тот раз я утратил свои чувства из-за лютой ненависти к тебе. Но сейчас я настолько спокоен, что аж сам фигею от этого. Вот она, сила копья зверя! И оно говорит мне очень внимательно следить за твоими движениями и смотреть туда, куда смотришь ты. Ты ведь пытаешься держаться от копья как можно дальше. И несмотря на это продолжаешь постоянно его искать! Это все бред. Оно мне абсолютно безразлично. Тогда почему? Почему твое главное оружие выглядит как копье? Это доказывает, что ты признаешь его силу. Ты абсолютно прав, Ушио. Эта тварь до усрачки боится копья. Скажи, Хакумен, почему ты всегда смотришь на нас таким взглядом? Ты и правда очень сильный противник. И я это признаю. Да ты сильнейший. Так почему же? Ты не смотришь на нас свысока. Ведь именно так король смотрит на всех остальных. И все же, ты всегда смотришь на нас из-под лобья снизу вверх. Это же... Это взгляд лютой зависти и страха перед копьем зверя. Нет, всех этих хороших существ привел сюда Аоцуки Ушио. Владелец копья зверя! Ты завидуешь его силе! И что более важно, тебе невероятно страшно, верно, Хакумен? Озвучено и переведено проектом Anistar.ru. Спасибо за просмотр. Последний 39-й эпизод. Судьба Ушио и Торы.